Дамы и господа, приветики, пистолетики. Viva TVS 2 ANC. Вообще представили две новых модели наушников. Вот это вот как бы series, точнее 2 series. У нас теперь двое наушников. Это TVS 2 ANC и TVS 2 E. Или E, наверное, вот так вот. Здесь по-английски. Такие наушники стоят 9990, вторые стоят 6990. Чтобы не грузить вас технической информацией, вот здесь вот вы сможете прочитать все технические характеристики вот этих самых наушников. Они у меня еще запечатаны, приехали ко мне новенькие, сейчас я их открою, подключим, послушаем, скажу свое мнение. Погнали, давайте распаковка сначала. Обещается здесь сколько, до 30 часов без подзарядки. Ну, понятное дело, что у нас сам наушник подзаряжается, хранит себе энергию, плюс заряжаем сам кейс, и заряжает он, соответственно, у нас наушники. Но меня всегда радовала еще такая тема, что можно даже это в два раза еще увеличить. То есть, можно сказать, до 60 часов можно музыки одновременно получить. То есть, когда ты слушаешь музон не в двух наушниках, а в одном. У меня, кстати, часто такое бывает, когда, например, где-то я с одним наушником, потом их просто можно менять. Да, даже так можно сделать. Подача. Значит, открываем. Это даже такой, это какой-то, это не черный цвет. Это что это такое? Такой глянцевый. Посмотрите, какой интересный. То есть он темно-синий. Какой-то такой жемчуг прям. Ничего себе. Конечно, да, залапаться будет. Значит, кейс сам по себе легкий. Ощущается, конечно, что из пластмассы. Впереди у нас клавиши есть. Индикатор, Viva. Такие вот, на самом деле, маленькие. Значит, вот они, для сравнения, Viva. Здесь AirPods. И еще кейс от Samsung. Пожалуйста. Как бы, а на вкус и цвет здесь это. Знаете, все мы с вами люди разные. Как и, в принципе, по поводу цены тоже. 9990. Дорого это или дешево, решать только вам. Давайте открывать. Проверим, выпадают, не выпадают. Нет, не выпадают. Крышка верхняя держится, ну так, очень вялая. То есть она не то, что прямо доходит и она фиксируется, нет. То есть она так вот может и закрыться сама. Наушники не выпадают. Значит, сам наушник. У нас, кстати, имеет сенсорное управление. Здесь у нас, ну что такое-то? Как его доставать? Он такой... А ну-ка сейчас даже еще раз попробуем. Так. Ну-ка. Это надо приучиться, да, конечно. Потому что каждым наушникам нужен подход. Потому что как это все дело брать? Мы сейчас сделаем даже круче. Смотрите, мы можем вот так вот открыть, подержать каким-нибудь Android-устройством, и у нас получается, да, у нас автоматически, смотрите, все сразу определяется. И готово, да, все. Подрубились. Так, есть даже приложение, я уже его поставил. В приложении мы здесь можем сделать обнаружение наушников, управление шумом, прозрачность, закрыть, подавление. Ну, это все можно сделать через наушники, но здесь так, не особо, конечно, понятно. Обновление версии, обнаружим новую версию. Давайте сейчас даже прошивку обновим. Пока обновляется ПО, довольно-таки быстро, расскажу вам, что в них еще есть. Значит, у нас есть интеллектуально активное шумоподавление, то есть, когда мы идем по улице, если становится громче, они у нас сильнее давят, если становится тише, они у нас как бы раздавливают, и все это происходит автоматически, прикиньте, ну, можно также вручную сделать режим прозрачности, удобная тема, то есть, ты там из метро выходишь, чтобы зайти по дороге в магазин, тебе не нужно наушник доставать, чтобы услышать там продавца, ты просто включаешь режим прозрачности, и у тебя микрофоны ловит, что находится здесь, и тебе работа как динамики. Есть технология Deep HD Audio для четкого звука и происходного качества. Это мы сейчас еще посмотрим. Вес 4,7 грамма. Шумоподавление до 40 дБ. То есть шум можно уменьшить до 40 дБ, и неважно, насколько громко гудит кондиционер. Окей, сейчас посмотрим. Умеренное шумоподавление, сильное шумоподавление. После анализа множества сценариев, использованных с различным уровнем шума, наши инженеры разработали. Ну, очень, конечно, много маркетинга написано. Сейчас посмотрим, насколько классно они хотя бы делают шумоподавление. 3 микрофона для шумоподавления. Звук профессионального уровня. Акустическая лаборатория Viva Golden Ears. Все это разработала, значит, понятно. Есть технология QHS, это Qualcomm QHS. Она удваивает ширину полосы пропускания, создавая скоростной канал для беспроводных передач данных. Окей. Звуковые стереоэффекты DeepX 2.0.
ваш личный концертный зал. Можно сделать мегабас, мощные басы, clear voice. 4-1 часа максимальное время работы наушника при полном заряженном аккумуляторе со включенным шумоподавлением, 7,3 часа с выключенным шумоподавлением и 29 часов это при использовании зарядного кейса с выключенным шумоподавлением. То есть, может, ну да, до 30 часов. 88 миллисекунд низкая задержка в играх и сенсорное управление. Все понятно. Окей, все, установлена новая версия. Достаем. Ну, сам наушник тоже такой весь блестящий. Вот цвет синенький, амбушюры в комплекте идут. Так, вставляется вот мне нормально. Конечно, уши у всех разные. Так, ну-ка вставили. Так, как всегда, я делаю дрейк нон-стоп. Ну-ка. Так, если наушник один вынимаешь, они, соответственно, перестают играть. Я пока не могу разобраться с сенсорным управлением, что-то не понимаю, где это. Это надо было догадаться. Мне реально пришлось это инструкцию открывать, чтобы понять. Потому что я знаю, что у них должно быть сенсорное управление громкостью, и это круто, ребят. Потому что управление громкостью — это классно. И смотрите, как это все дело работает. То есть здесь в наушнике есть управление сенсором, то есть оно находится как бы впереди. То есть не сбоку, когда вот у тебя вот он вот так вот из уха смотрит, а находится вот здесь вот впереди. И плюс вот эта часть, ее можно сдавить, и там получается такая вот, знаете, как эффект кнопки. И, соответственно, нам звонят, один раз нажимаем «принимаем вызов», два раза нажимаем «сбрасываем вызов», два раза нажимаем «следующий трек», три раза нажимаем «предыдущий трек». То есть управление еще идет вот как бы тактильно, надо сдавить эту дужку. Это классно. Управление громкостью работает и на этом, и на том наушнике. Это мне нравится, это реально кайф, потому что, я что-то, знаешь, я сначала начал вот здесь листать, а нифига не работает. То есть нужно вот как бы вперед, то есть вот эту вот переднюю часть, то есть вот, вот здесь вот надо гладить, окей. То есть нажимаем, у нас продолжается мелодия, и вот так вот, вот, работает. Так, значит, по басам заценил, нормально. А по шумоподавлению, давайте сейчас нажимаем и удерживаем. Так, это у нас режим прозрачности. Соответственно, сейчас мне нужно создать просто эффект, не знаю, магазина. Заряжается по Type-C. Чехольчик вообще легкий. То есть он прям вообще никакой невесомый. Дизайн тоже, ребят, для каждого свое. Ну, цвет такой необычный. То есть обыграли как раз, мне кажется, очень много цветов телефона. Вот такого бывает. Беспроводной зарядки в кейсе нету. И, кстати, очень удобная форма вот эта вот сама наушника сделана. У меня ухо от этой формы не болит. Мне очень удобно. А снизу вот коннекторы для зарядки. Алиса, включи шум толпы на улице. Включаю подборку «Звуки города». «Звуки города» как раз пойдут. Хорошо, будем так тестировать. Так, сейчас у меня вот режим прозрачности. То есть я сам себя слышу, микрофон улавливает, мне еще сюда дают. И плюс, если я с кем-то буду общаться, это реально, ну, удобно. Класс. Нажимаем. Так, включил шумоподавление. Ну, то есть, не, я все равно вот это вот слышу. Так, я включаю шумоподавление высокое. И вот здесь вот в приложении можно включить, вот, автоматически регулировать этот эффект. Но я поставил высокое, то есть самое высокое, которое возможно. И я вам скажу, что это не самое лучшее шумоподавление в наушниках, которое я слышал. То есть оно есть какое-то, но это не самое лучшее шумоподавление. Вот. Даже вот оно в максимале. Потому что при хорошем шумоподавлении ты должен как бы вот это вообще сразу как бы шум услышать. Здесь немножко приглушается. Вот. Алиса, стой. Итак, вердикт таков. Шумоподавление есть,
Оно не самое лучшее, которое я когда-либо слышал, но оно есть. Режим прозрачности офигенный, работает нормально. Насчет музыки. Мне нравится, когда вот, значит, басы там, ну вы знаете, я постоянно так говорю. Здесь классно. То есть наушники для музыки класс. Чехол сам по себе классный, удобный. Вот эта вот крышечка не очень удобно сделана, из-за того, что она вот так вот прям болтается, она такая прям совсем хиненькая, пластмассовая. Но наушники сидят здесь хорошо. Мне нравится, что на наушниках есть, во-первых, управление громкостью, и это важно, то, что хоп-хоп-хоп, и есть физическое управление. И это тоже классно, потому что, когда зима, ты в перчатках идешь, и... Знаете, когда вот есть наушник, который вставляется, и ты должен, знаешь, типа как продавливать или перчатку снимать, чтобы управлять, либо телефон доставать. А здесь ты можешь прямо в перчатках, то есть раз-два, следующий трек, там, ответить на звонок. Это тоже класс. Это прям вообще спору нету. Вот такие вот наушники Vivo TWS 2 серии ANC. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу таких наушников. С вами был Илья. До новых встреч. Пока, ребят.